Друзья, всем огромные приветище со Славянска. Оп, сходу. Так, сейчас Собакина позовем. А то он... Маша, иди сюда. Что-то уже унюхал там. Иди сюда, пошли. Что ты лазишь там? Пошли, погуляем. Сейчас я вам покажу, попробую найти место, где я сегодня видел, какой толщины лед. Ну вот, смотрите, поумерзало. Вот мой палец, рука. В общем, где-то около 20 сантиметров лед. Толстый. Идет потепление. Поэтому скоро все растает. Шузырё моё. Пойдем. Одна Машка со мной. Маша. Все остальные лодыри. Да, вот тоже. Это все на глубине. Пойдемте глянем, что на той стороне. Никогда не было. Шо, мой верный пес. И моя верная кошка. Маня, пойдем. Да. Толстенький. Рыбок уже нету. Уже, наверное, пошли домой отмечать. Ну-ка, что это такое? Что такое круглое? Это вмерзло во льду. Ну, все, самостоятельные коты. Тут столько уток разных летом. Очень много. Ну и лебеди где-то здесь гнездятся. Далековато идти. Да, интересно. А вон тут заводь еще, видите? Тоже там. Тут можно попробовать летом с лодки половить. Должен быть карась в кустах. Да? Ну что, пойдем домой, прогулялся. Ну, есть собака. Это мой. Маша бегает. Тоже что же, мыши, наверное, в кушерях. Так, прогулялись, пойдем назад. Далеченько зашли. Да, насчет школы. У нас были, так сказать, отработки. Ну, это 80-е годы. Ушло. Маня! Маша! Маша потерялась. Иди сюда. Маша. Надо, потеряла место, откуда пришла. Ну-ка ты завозят, коту все равно домой проходит. Все, сориентировались в пространстве. Пошли домой. А, там, школа. Это ж 80-е было. И были отработки. И мне давали, надо было скопать участок. Участок символический, там, ну, 2 на 2 где-то. Мама родная, я его елозил, этот участок, недели две, наверное. Сейчас вспоминаю со смехом. А тогда было, ой, мама, здесь надо идти. Да. Ну ничего, скопал, дали табель. О, прогулялись хорошо. Так, все, друзья. Пройдемся домой. Да, и там, где я копал, был огромный большой сад. Яблоки, вишни, груши. Все это было, ну, никто не гонял. Бери, кушай, лишь бы ветки не ломали. Ничего этого нет, к сожалению, уже. Ну, тут дело поправимое. Лишь бы был мир над головами. Все, друзья, всех, кто празднует праздником, здоровья всем, благополучия. Ваня, пойдем. Всем добра, удачи. Всем пока, до завтра. О, как светится.